Привет всем! Сегодня мы с вами научимся делать кондиционер для волос. Для этого нам понадобится масло кунжута. Основа для кондиционера Эрквад Херце. БТМС, эмульгатор кондиционирующий. Концентрат йогурта. Триетиноламин ТА. Гидролизат протеинов шелка, красный краситель жирорастворимый, консервант Косгард, гликолевая кислота, аллантоин, никотиновая кислота и бетаин. У меня в рецепте получается 320 грамм кондиционера в итоге будет. На такое количество кондиционера я добавляю 20 грамм эмульгатора БТМС. И 20 грамм основы Херце Эсквард. Дальше я добавляю 20 грамм масла. У меня кунжутное масло, вы можете взять любое жидкое масло. Можно также добавить этиловый спирт. Мне, в принципе, больше нравится без него, но в этот раз я добавлю. Около 8 грамм. Если делать рецепт без этилового спирта, тогда на 4 грамма больше добавляете БТМС и основы Эсквард. Всего 8 грамм тоже получается. Так, дальше мы добавляем бетаин,
галантаин. Если по граммам, то каждого порошка в районе 3-5 грамм, не больше. И никотиновая кислота. Также у нас по рецепту мы должны добавить 200 грамм воды. Берем чистую дистиллированную воду. Добавляем 200 грамм. Теперь мы все это растапливаем на водяной бане и затем взбиваем. Вот такая у нас получилась эмульсия. Я ее растопила, взбила. Единственный нюанс с основой для кондиционера HRCS Quart — это то, что ее нужно тщательно помешивать, всю эту смесь, во время растапливания. Иначе этот процесс затянется надолго. Так, теперь мы добавляем активы. Буквально грамма 3. Третиноламина. Немного. Так, дальше концентрат йогурта, тоже где-то грамма 3, много нам не нужно. Экстракт протеинов шелка, по рецепту у нас идет около 20 капель Косгарда. Теперь мы снова взбиваем эмульсию и смотрим на результат. Вот такой в итоге у нас получился кондиционер для волос. Я добавила в состав в самом конце эфирное масло ванили. Вы можете добавить свое любимое эфирное масло по своему вкусу. Всем спасибо за просмотр. Все ингредиенты для создания этого кондиционера вы можете найти на сайте Мыло.ру.